Оптика года. Совершенно оптика верно. Года. Внимание на экран. В номинации «Оптика» представлены салон оптики «Бротокс», салоны оптик «Конкорд», сеть аптек и оптик «Арника», сеть салонов оптики «Вита Оптика». Вот я сейчас начинаю замечать, что в нашем зале есть достойные обладатели красивых оправ, которые действительно украшают. И для награждения победителя мы приглашаем на сцену директора по развитию федеральной аптечной сети «Фарблен», где собраны все бриллианты и жемчужины мировой медицины. Дмитрия Чувилина. Почему мы выбираем аптеки «Фармленд»? Здесь всегда доступные цены, большой ассортимент, а главное, я уверена, в качестве товара. Аптечная сеть федерального значения, но и надежный друг, помогающий покупателям сохранять здоровье вот уже 16 лет. На сегодняшний день в состав компании входит более 300 аптек в 6 регионах страны. Что касается Уфы, то сейчас в столице республики работает более 50 аптек «Фармленд», которые удобно расположены во всех частях города. Заботясь о своих покупателях, аптечная сеть стремится предугадать их потребности, разрабатывая новые направления. Это современные аптечные центры, центры здоровья и красоты, ортопедические салоны, медико-консультационные центры. В основе деятельности аптечной сети – добросердечное, уважительное отношение сотрудников к покупателям. Ведь не зря уникальная программа лояльности называется «Клуб друзей Фармленд». И друзей у компании сейчас уже более 1 миллиона. Фармленд – это аптеки для всей семьи. Аптеки у дома, которые стараются возродить уважение к профессии провизора. Отношение к нему как к человеку, у которого всегда можно получить не только профессиональный совет, но и услышать доброе слово, от которого становится приятно на душе. Добрый вечер. Хочется поблагодарить организаторов, в первую очередь, что выпала такая честь объявить номинацию. Тем более, во-первых, своих коллег, во-вторых, ну, я, как видите, потребитель данной продукции. Итак. Объявляете победителя. Сначала надо вскрыть конверт. Это тоже интрига вечера. Конверты клеют специально мощным клеем, антиразрывным. Итак, победитель в номинации оптики. Сеть оптик Арника. Сеть оптик Арника. Мы просим вас пройти на сцену. И ваши аплодисменты, дамы и господа. Аплодисменты, пожалуйста. Добрый вечер еще раз. Очень приятно получить это признание впервые. Мы очень стараемся для наших покупателей, для наших клиентов. Ведь очки, оправа – это имидж, это очень, скажем так, важная часть сейчас образа. Приглашаем в наш салон «Статус». Спасибо. Чтобы приобрести статус. Да, чтобы приобрести статус. Награждайте спасибо. Победителя. Диплом, статуэтка, подарок от фабрики декора Фаде и от компании «Не букет». Букет из фруктов. Почему мы выбираем аптеки «Фармленд»? Здесь всегда доступные цены, большой ассортимент, а главное, я уверена, в качестве товара. А еще покупки можно оплачивать бонусами. Мне нравится. Аптечную сеть «Фармленд». Спасибо вам огромное за то, что вы есть, за то, что вы нас всегда поддерживаете. Александр, возвращайся. Я уже бегу назад. У нас вновь фото. Да. That's right. Алиса. Нет. Алиса. Нет. Ну как нет, мы же договаривались. Сережа, ну, у меня мигрень, у меня болит голова. Я был готов к этому. Где ты это взял? В Фармленде. Похоже, что в Фармленде есть панацея от любых болезней. Ладно, уговорил. Only you can heal my soul.
каждый раз я вспоминаю наш рассвет. Много песен смеха, но ответа нет на вопрос, что задаем друг другу мы, потеряв надежду. Лунный свет, для меня ты отражение судеб. Понимаю я, что мы больше не. Номинации «Медицинский центр» представлены. Офтальмологический центр «Ремедоптик», клиника лазерной хирургии доктора Казакбаева, мировая сеть частных медицинских клиник «Медиклон Групп Уфа», гомеопатический центр «Мария», гастроэнтерологический центр, клиника «Медилайн». Я считаю, медицинские центры тем удобны, что всегда имеют массу врачей в одном месте и в удобное время приема. За один поход можно пройтись по всем докторам, сдать различные анализы. И я приглашаю на сцену победителя прошлогодней номинации «Медицинский центр 2012 года», директора медицинской лаборатории «Лорак» Ларису Владимировну Карпову. Лаборатория «Лорак» выполняет медицинские анализы от 2 часов. Помните ли вы свои лабораторные работы на уроках химии и биологии? Чашечки Петри, стеклянные пробирки, спиртовки. Хорошая у вас память, господа. А в лаборатории «Лорак» этим не пользуются с самого открытия, а используют только новейшие методы исследования на современных анализаторах производителей из США, Швеции, Испании и Японии. Основным направлением клинико-диагностической лаборатории «Лорак» является лабораторная диагностика. Лаборатория «Лорак» – это лаборатория нашего города, которая находится на улице Ленина, 104/1. Главное кредо лаборатории «Лорак» – это качество выполняемых лабораторных исследований в кратчайшие сроки – от 2 часов. Лаборатория «Лорак» благодарит своих постоянных клиентов за доверие и объявляет о скором открытии еще одного лабораторного офиса на проспекте Октября. Вы не ослышались? Еще один независимый лабораторный офис клинико-диагностической лаборатории «Лорак» в центре Уфы на проспекте Октября. Следите за рекламой на телеканале M-Television. Добрый вечер, господа, еще раз. В прошлом году, в 2012-м, мы получили эту хорошую номинацию и как бы очень далеко шагнули вперед. Поэтому в 2013 году лучшим медицинским центром является Medical On Group Уфа. Medical On Group Уфа. Ой. Давайте поаплодируем, встретим представителя Medical On Group Уфа. Здесь, на этой невероятной сцене, ее ждут подарки. В наше время, вы знаете, фрукты,
Медикам аплодировать нужно поярче немножко. Подарки от фабрики декоров Фате также. Господи. Знаете, когда мы уходим от медиков, они нам не особо аплодируют. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мне бесконечно приятно находиться сегодня на этой сцене, принимать такую прекрасную награду. Спасибо нашему городу, да, миллионным жителям нашим за то, что вы голосовали за нас, проявили уважение и доверие к нашему медицинскому центру. Мы работаем уже более 9 лет и стараемся дарить нашим пациентам здоровье и радость в каждый дом. Радость общения, интимного общения, конечно же. Я не буду говорить, приходите к нам. Я думаю, если нужда заставит, да, вы зайдете к нам все-таки. Здоровья вам, удачи и всего самого хорошего. Уважаемые друзья, я предлагаю сделать фотографию. Диплом-статуэтку. Интимную подарок фотографию. Подарок от фабрики декоров Фате. Общую фотографию, а вдруг Саша, пригодится. Саша конечно. Решил себе взять. Вот. Давайте интимную фотографию, товарищи. Мои соведущие, вручайте даме. Вручили, вручили. Евгений, давайте со всеми поцелуем, как медицинские положено. Анализы от 2 вы часов. Вы больше всего похожи врачей. На лаборанта УФА сегодня. Ленина 104/1. Ой. Да что ты вся дергаешься-то? Ну сколько можно? Потому что я боюсь. Я пришла сдавать кровь из пальца. А я так боюсь этих врачей, эти уколы, эти проколы и вообще виды крови. Ты же знаешь, как сдается кровь из пальца. Сначала же надо проколоть. Это самое страшное. Блин. Я тогда что-то не хочу сдавать анализ. Я-то пришел сдавать анализ мочи. Поэтому я что-то как-то это... Не хочу сдавать анализы. Разве? Во-первых, анализ мочи, он сдается по-другому, без каких-либо проколов, потому что в клинико-диагностической лаборатории Лорак работают настоящие профессионалы.